Музыка всегда была главным и, наверное, единственным интересом в моей жизни. В детстве я окончил музыкальную школу и с того момента не расставался с гитарой. Будучи подростком, я наблюдал за выступлениями любимых групп. Видя их эмоции, я мечтал почувствовать себя в их шкуре хотя бы на день, но мой максимум – игра в переходе за гроши. Несмотря на всю мою лень и пофигизм к учебе, я каким-то образом не отчислился. Дело не в том, что я ошибся со специальностью. Просто в какой-то момент только музыка позволяла мне справиться со всеми жизненными трудностями. Вспоминая свою детскую мечту, я чувствовал еще большее угнетение от всего, что меня окружало. Но все изменилось в один день. Хрещатику я на веселых картинках, мы не находим себя. Нам осталось в награду, а может быть повезло, горы битого счастья да седьмой лепесток. Седьмой лепесток, а дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Все дело в том, что дождь ничем не рискует, а я боюсь, что потерял тебя. Я невозможно скучаю, я очень болен, я почти умираю. А где-то ты ничего не узнаешь, а я боюсь, что потерял тебя. Небось, толпы вокруг себя собираешь. Тебе какое дело? Чувак, ты хоть пытался пробиться куда-то? Ты пытался отдавать всего себя музыке, чувствовать каждый ритм. Я был таким же, как ты. Я жил на твоих же ценностях, но это ни к чему не привело. Подожди, ты хочешь сказать, что ты понимаешь, каково мне? Жить, осознавая, что моя мечта никогда не осуществится. Вот это благодарность в виде копеек и купюр, которые кидают чехол от моей гитары.
Разве это жизнь настоящего музыканта, который погружается в музыку с головой? Эш, я тебе помогу. Ну, ты обязан хотя бы попробовать, пока не перегорел, но выбор только за тобой. Кристина, есть разговор. Собери ребят, встретимся в гараже. Окей. А что за срочность? У тебя что-то случилось, Сергей? На месте обговорим. Здорово, ребят. Смотрите, что мне в метро подсунули. Так это же круто, чувак! Ты чего? На самом деле, я не знаю, хочу ли я этого. Я не привык выступать на большую публику, и я боюсь опозориться. Вы всегда этого хотели. Даже если у нас ничего не получится, это опыт. Это не какое-нибудь выступление на школьный праздник, большой зал, афиши. Ладно, ребят, вы меня уговорили. Давайте сделаем это. Начнем завтра. Что ты тут делаешь? Ты уже пятый день не отвечаешь на мои звонки. Сергей, что происходит? Да, ничего особенного. Ребята поговорили меня участвовать в фестивале. Прости, но из-за репетиции у меня совсем нет времени на тебя. Нет времени? А может, ты просто не хочешь? Ты всегда был увлечен этой гребаной музыкой. Даже когда я к тебе прихожу, ты сидишь и играешь на этой долбанной гитаре. Долбанной гитаре? Знаешь, мне тоже есть что тебе сказать. Ты же прекрасно знаешь, что я всегда мечтал выступать на больших залах, мечтал о славе. Играя в метро, я всего лишь пытался заткнуть эту пропасть в душе. И знаешь, мне это правда надоело. У меня появился шанс. Шанс, которого я ждал, может быть, всю жизнь. Ты другая. Ты не видишь в музыке того, что вижу я. И не смей называть мою мечту мусором. Сергей, я... Убирайся! Оставь ключи и выметайся из моей квартиры! Смогу ли я? Я уже
ломаю свою жизнь из-за первой подвернувшейся возможности. Где он меня стоит? Я смогу. Я всю жизнь к этому шел и сделаю все ради этого. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Mise à nu, j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, voilà, voilà. Voilà juste ici. Moi mon rêve, mon envie. Comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit. Partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Мы приветствуем вас на нашем музыкальном фестивале .Fest. Сегодня для вас выступят лучшие группы со всей страны. Итак, встречайте, первый участник, группа Eruption. Are you ready? Before.
Ребята, мне кажется, мы не сможем. У меня не получается поймать ритм. Да вы все просто волнуетесь. Заткнулись все. Я поставил все на этот шанс. У меня не будет другой возможности, поэтому вы все сегодня должны выложиться на максимум. Ныть, плакаться, говорить о том, что вы чего-то не можете или не умеете, надо было до момента, как мы оказались здесь. Не затыкай нас, по уровню игры мы не уступаем тебе. Вы мне? После каждого выступления люди подходили именно ко мне и отмечали мой профессионализм. Твой профессионализм? Да я прикрываю тебя, когда ты не попадаешь в ноты. Легко говорить, когда правильно сыгранный аккорд в твоей игре, это уже праздник. Ребята, хватит собачиться, надо в сторону выступать, потом разберетесь. И то верно. Не подведи, профессионал. Уж я-то не подведу. Еще раз поблагодарим группу за это отличное выступление. Следующими на повестке сегодняшнего вечера является малоизвестная, но невероятно перспективная группа под названием Sevens. Встречайте! Стой! Чувак, это... Это было просто опупить! Спасибо! Я дал тебе афишу это мероприятие, чтобы ты мог раскрыть себя на глазах целого зала, а не парочки людей, которые в спешке после работы домой готовы слушать струны твоей гитары. И поэтому ты справился на ура! Я хочу пригласить тебя и твою команду в свой лейбл. У тебя будет все. Деньги, фанаты, тачки. Но я надеюсь, ты понимаешь, что основной причиной моего решения являешься ты. Знаешь, понимаю, но без группы будет намного удобнее. Я привык выступать один. Все они только будут мешать.
Знаешь, я согласен на твое предложение, но без группы. Моей группы больше нет. Это как? Без них просто будет намного удобнее. Ну, это твой выбор. Давай встретимся после в гримерке. Оформим документы. Окей. Вообще, хорошо сыграли. Хорошо сыграли. Не было ошибок. И бас было слышно, да. А, и еще. Нашей группы больше нет. Чао, лузер. Сергей, давай! Еще. Великолепно! Я пришел дарить людям музыку! Звучит многообещающе. Кстати, многообещающе. Вы слышали, что ваша бывшая группа выпустила новый альбом, тысячи копий которого были распроданы в первый же день? Я рад за них.
Говорят, что их новой вокалистке Олесе просто чудесный голос. Ходят слухи, что это ваша бывшая девушка. Это правда? Касательно бывшей группы. Вашим фанатам очень интересна причина, по которой вы ее покинули. Возможно, сегодня мы услышим от вас какой-нибудь ответ. Видимо, сегодня мы не узнаем ответ этой загадки. С вами была журналист Екатерина. До скорых встреч. С того момента прошло уже 3 года. Моя мечта сбылась. На улице мне не дают прохода люди в возрасте от 16 до 30. Порой встречаются и пожилые поклонники. Вместимость площадок, где я выступал, увеличивалась с каждым концертом в разы, как и мой гонорар. Этой весной у меня был большой концерт. Говорят, что все телеканалы отменили свои программы и вели прямой эфир из зала. Но так ли все хорошо? Я стал ненавидеть славу. Любой человек, увидевший меня с гитарой, начинал кричать еще до того, как я начинал играть. Мое творчество стало национальным достоянием. Упоминание меня повышало продажи любой вещи, вплоть до туалетной бумаги. И моему лейблу это было только на руку. В конце концов, я погас. И вот я один. Внутри этой долбанной музыкальной индустрии. Дернул же меня поссориться с группой. Вот даже интересно, как бы все повернулось. Ах, к черту! Я потерял всех близких людей, и ради чего? Все эти мгновения, они исчезнут. Растворятся в воспоминаниях, как слезы в дожде. Ты тратишь свой талант на это? Небось, толпы вокруг себя собираешь. А тебе-то какое дело? Yeah!